А в Алматы тоже сегодня обсуждали мировой опыт применения атомной энергии в развитии энергетического сектора. Там прошло заседание Совета молодых ученых Национальной академии наук. И вот по мнению участников встречи, строительство атомной электростанции позволит диверсифицировать энергетику Казахстана и будет способствовать решению проблемы дефицита электрической мощности в стране. АЭС также позволит создать новое направление в прикладной науке. В дискуссии участвовали специалисты Института ядерной физики, Национального ядерного центра и отечественных вузов. Обсуждались различные темы, связанные с современной атомной энергетикой. От научных исследований и разработки современных технологий до существующих в разных государствах систем подготовки кадров. Особое внимание молодые ученые уделили опыту развивающихся стран, которые создают у себя атомную промышленность. Применительно же к Казахстану новый вид энергетики позволит наиболее полно, рационально использовать природные богатства страны, в частности уран, который сейчас уходит на экспорт в качестве сырья. В настоящее время мы готовим, вот, в частности, в Казахстанском национальном университете готовят ядерных инженеров. То есть до сих пор мы готовили ядерных физиков, но физики, инженеры это немножко отличаются, поэтому мы, как в преддверии подготовки к строительству атомной электростанции, перешли к подготовке уже инженерных кадров, которые уже непосредственно будут работать на этих установках, скажем так. Поэтому не только мы, но еще, кроме нас, еще 6 учебных заведений также участвуют в этом.